100 новых автобусов поступят в Новосибирск в декабре. Еще 50 пополнят автопарк ПТП-4 до лета следующего года. Деньги на закупку 2,5 миллиарда рублей выделили из муниципального и областного бюджетов. Они отвечают требованиям доступности среды, то есть это пандусы опускаются специальные, даже некоторые автобусы с наклоном, есть соответствующий наклон, с тем, чтобы обеспечить доступность среды, кондиционер салона и кабины водителя, аппаратура систем навигации, бескондукторная, подчеркиваю, бескондукторная система оплаты. Все автобусы – газомоторные нефазы и пазы. В них установят видеокамеры и автоматическую систему мониторинга пассажиров. Транспорт будет базироваться на трех площадках. Их объединят в одно муниципальное предприятие ПТП-4. Автобусы начнут курсировать по Ленинскому, Октябрьскому, Калининскому районам и Центральному округу. Некоторые городские маршруты после обновления автопарка скорректируют. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.